Борзый не попытается ударить первым. Он назначит тебе встречу через того, кому ты доверяешь. Майк, можно тебя на минутку? Борзини хочет организовать встречу. Говорит, можем уладить все наши проблемы. Он гарантирует твою безопасность. Я обеспечу безопасность. Но на этой встрече они тебя убьют. Встретитесь на моей территории. Согласен? Согласен. Хорошо. Запомни, именно тот, кто придет к тебе на Борзини, тот и предатель. Передай ему, что это бизнес. Я его любил.